Так, всем привет, на канале новый влог. У нас тут готовим пирог, шарлотку. А пацаны собираются куда? На фитнес. На фитнес. А Федор собирается на футбол. А я остаюсь дома. Что вы тут? Устали за время соревнований? Всем привет! У нас раннее субботнее утро. Солнышко, конечно, взошло, но еще там пока за домами. Пустая поляна, вороны каркают, стрижи бубнят. И вон наши мальчишки идут. Большая часть тех, кто не играл на турнире. Вот тренер предложил собраться всем остальным. Плюс, кто по желанию еще хочет помочь. Будут играть сейчас поле на две половинки. 8 плюс 1. С командами ЦРФ. Да, вроде бы как с командами ЦРФ. Поэтому разобьются на две команды и немного побегают, пока тут есть время. Заодно проснутся. Ну а ближе к обеду у Федьки тренировка. Ну и плюс хотел я еще сегодня документы по ремонту котла забрать, на страховку подать. И хотели с мамой Аней съездить на дачу, листики погрябать, порядки навести и, может быть, баньку растопить. Ладно, пойду посмотрю, как будут играть. Так, ну у нас день продолжается. Если у одинаковых тренировка закончилась, это не значит, что ее нет у Федора. Вон, видите, с Германом в одной команде. Они такие по росту самые мелкие. Пришло не очень много детей, 12 человек, но зато четко поделились на три команды и мини-турнир. Смотрим, как будет получаться, не будет. А то у них тут на носу тоже соревнования первые. Поэтому интересно будет. Сначала надо попасть в состав, чтобы поиграть. Все, расставились. Где мяч? На центре. За штангой не видно. Но уже все, уже тренер их учит расстановке. Как двигаться, чтобы хоть что-то представляли, когда на поле выйдут. А то не все еще представляют. Митю. По 4 человека в команде. Ну, один может на воротах постоять. Кто-то устал меняться. Опа, удар. Ближе, Федька, смелее. Контра. Лови, Герман. Ох, не поймал мяч. Скакал, пролетел. Но ничего. Пойду смотреть. Ку-ку-ля-ля. Отыграли, оттренировались. Продолжение выходного дня. Едем на дачу. Да, едем. Поработаем немножко, погрябаем листики. Дети погрябают, мешки поскладывают, вынесут, вывезут. А я за это время с мамой готовим еду. Там я пообрезаю. Протопим домик, протопим баньку. Потом они попарятся, и мы попаримся. Все, считаю справедливо. У нас одна груша, но с нее листья. Короче, это листья мы собирали с папой, а сейчас там еще надо подсобирать. Годик еще постоит, годик. От нее тенек. От нее тенек. Ну я же говорю, жалко убирать, от нее тенек, да. И я тоже там надо пообрезать кое-что. У нас тут, вот, видите, как садят все. Озеленение, скажем так. Короче, чешем на даче. Сонечка дома осталась. Привет всем! Тоже я бы сказал, озеленение, наверное, поздновато, ноябрь. Ну, можно бедрышки в тандырнице, можешь не открывать. Так, я вам вот так вот сниму до, какой тут у нас балаган. Надо все пообрезать. Тут вот сушилась наша подкладка под бассейн, ее снесло ветром. Ну и вот, не то что капец, но листики, вытирай, иди ищи, полотенце какое-то. В бочке можешь помыть. Так, дом откройте, я им дам куртки. И будем сейчас убирать. Вот она работа. Любишь кататься, люби и катайся. Помощники. Выросли. Наконец-то. Да, тут пока футболист. Тут еще. Вы тоже футболист. Что? Только не бери их ручками. Гребнешь. Ну что, бандой. Хорошо работать, да? Все? Чистота, чистота.
Да все вместе. Тут пообрезали. Все. Красота. Там поубирали. Здесь поубирали, пообрезали. Осталось скрутить от бассейна подклад. За домом тоже. Кстати, вот видите, как эти туи желтеют внутри. Там с них столько сыпется всего. Короче, тут тоже прибрали. Все, можно идти париться. И больше не париться. Парю. Картошку. Картошку еще я варю. Ну все, поработали. А теперь что? Футбол. Папа на Вера. На Вера. А я петрушечки свеженькой нарвала. Сейчас будем с шашлычком кушать. Вот тут еще яйцо. У нас тут новый день. Мы с папой по делам. Решила Федора Куршу закинуть в стирку. Достаю из кармана сюрприз. Смотрите. Бутер с плесенью. Еще с последней игры с турнира, когда у мальчишек был турнир. Собойка, по-моему, была, да? Федька, выброси в мусорку. Или спирт последний надо было? Нет, последний. Прямо с этим пакетиком? Да, прямо с этим пакетиком. Поехали. Опа! Ну что, мы в манеже, давно тут не были. Так, у пацанов с Белоозерском игра будет. У Федора развлекуха. Зато не мерзнет, и мне уже жарко. Опа, стащил. Там прям тащит. Хоп. Воротчик. Влад не пришел, Глеб не пришел. Короче, сейчас Федора разогреем и на ворота. Да, в манеже даже душноватенько, если так. Кого еще нету? Нет Ковальца, нет Филоновича, нет Абрамчика, нет Кобятки. Так, с большего остальные вроде поприходили. А что, тебе еще надо рассказывать, куда бить, наверное, да? И по твоему желанию? Тоже мне вратарь. Хоп, хоп. Тащит пока. Ах! Но это уже мимо штанги. Нормально. Подойди, я тебе штаны завяжу. Все, команда выходит на поле. Сегодня немножко футбола и во влог попадет. Потому что там еще на Масике Плей выйдет еще одна игра у нас есть невыпущенная. Так уж и быть. А вот тут... Тут немножко так вот поснимаю. Ну там, да, смотрите, вот там вот ребята, смотрите. 15 номер. Но он ростом выше меня, наверное, уже. Ну, может, сложно одного года ребят насобирать. То, может, какую-то сборную делают. Или вот так вот и тренируются. Чуть-чуть разные года, но вместе. Ну, в любом случае, это игра. Пусть победит сильнейший. Как я говорил, у нас вратарей нету. Поэтому на ворота становится Кирюха. Полетает за мячами. А может, защита и не даст ему. Нападающим не даст пробивать. Так, Гоша центрального играет. Кобятки нету. Сдвинулся. Сразу Лазута и Попок. С ним в линии. 3-4-1, что ли? Да, 3-4-1 с подключающимися полузащитниками по краям, видимо, будет. Ну, удачи. Первый заброс. Лазутя за спину. Он хоть доработал. Выводим, выводим мяч. По своей. Хорош, отлично, на Костю. Костя, смотри, есть Кожало, есть Макс на дальнем фланге. Ну ладно, давайте так поменяем. Вот только тут надо передачи поуверенней давать. Гоша, почему такие слабые передачи? Ох, в своего попал. Мы разбудили. Эх, тоже. Все, игру закончили. Короче, у наших пацанов получилось, ну, как 4 звена. Третье звено проиграло 2-0. Первое звено выиграло 2-0. Второе звено выиграло
2-0, и потом еще первая один забила. Короче, общий счет 5-2. Так что так. И Федя набегался. 5-2. Ну ты тоже набегался? Все, куртку не потеряй. Мячиком играл, иди бери один мячик, в сетку неси. А что я? Ты играл мячиком? Ну и что? Играл, ну что, ну и что? Больше тебе не дадут, ну. Ладно. Ладно, прохладно. Дадут мне. Ага, конечно.